В день юбилея школы Рукамула этот говнюк в маске вселил страх в людей, напал на полицейских и ограбил кооперативный банк Рукамула. Если у кого-то есть информация об этом человеке, который называет себя Мурали Молния, пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом в полицейский участок. Бля, что это, цунами? Озвучено каналом Music and Trailers.